Что там, девчонки спать ушли, да? Да, Оля, с Сашей, да. Чё мутишь? Вот, ханту там помогаю. Чё за хант? А, это девочка. А что, она без гильдии, да? Нет, она с гильдией. В гильдии она одна, я так понимаю. Но она не хочет в гильдию идти? Я пока не спрашивал, я пока так разведываю. А что, она в Дискорде не общается? Общается. Так можешь позвать ее? Сейчас попозже. Аккуратненько. Не достаю. Слишком далеко.
Я так уже рассказал ей, что типа вот, давай быстренько обнимем уровень, может быть по инстам сходим без затупков, она там жаловалась на затупков на инсте. Ты имеешь в виду эти пятерки? Ну типа по подземелью, по пешкам. Да, да. Вот знаешь, вот иногда вот делал я вот сейчас квесты и поражаюсь, вот настолько они интересные, прикольные. Но блин, это все еще читанину, это же все читать надо. Классно сделано, так все. Ну, друид в форме птицы собирает траву, это вообще вышка, это прям топовая тема. Привет. До встречи. Береги себя. Чего ты хочешь? Пусть духи хранят тебя. Как настроение? Пусть духи хранят тебя. Короче, перчатки выпали Щалинкану. Вот добавь вот этот ник, и если будет в зоне, так сказать, ну при случае, короче, цепляй. Это она, вот этот хант, да? Да-да-да.
Перчатки, перчатки Алинканул или нет? Вон, посмотри, нужны тебе такие? Выбил сейчас. Достаю. У меня отличный товар. Держись подальше от меня.
Короче, сейчас это иду в Агримар, немножко барахлишко скидываю и это полечу в Барейку или куда там, посмотрю там квесты какие поделаю, то шмот уже там лучше стопудово будет. Сейчас 100 голды же у тебя есть? Короче, 200 скину, как там будешь, на почту скину, короче, прокачаешь эту кого-то полетку. Хотя там же знаешь, там в Нордсколе летать нельзя будет, только за пределы получается. Там полету не погода. А в непогоду косарь, да? Ну ж пока у себя подержите голды и все. Ладно. Так, и закину в банк, короче, перчатки и 2 тапка. Я, короче, знаешь, ты с аукционом нормально, ну, продаешь там что-нибудь, делаешь? Не, я покупаю. Я тоже это, ну, если что купить надо, то это найду, а вот продать как-то, блин, не запариваюсь вообще, там, ну, редко когда торгую. Посмотрел такой в гильдбанк, сменил название ячейки и, сука, не положил ни ткань, ни тапки. Короче, получается 2 стака рунической, 1,5 стака
Ткани пустоты. Ну нормально, на будущее будет. Кровавый гранат один, один списарит, короче, золотая жемчужина и две жемчужины Джагала, даже три. Тоже закинул. Это такая мелочь. Хотя, знаешь, когда профу качаешь какое-нибудь начертание, там нужно сделать зачарование, нужно сделать этот жезл, и нужно, сука, на него какую-нибудь жемчужину, то черную, то зеленую, блядь. Начинаешь ее на аукционе смотреть, она там косарь стоит, два косаря. Блять, положил ткань, короче, камешки, а синие тапки и перчатки забыл положить. Третий раз возвращаюсь. Короче, в правом верхнем уголке там положил тапки и перчатки. О, а я даже не заметил. У меня получается вот эта херня, что скорость 100% на мотоцикле стала бесплатно далась, получается. Это вообще топово.
Сак-сак. Возвращайся с победой. Я не могу использовать эту способность. И гром. Сарду. Сила и честь. Будут все.
всегда с тобой.